Поздравить юных чемпионов приехали известные спортсмены. Олимпийская чемпионка по баскетболу Елена Баранова и четырехкратная чемпионка мира по самбо Марина Мохнаткина. Я второй раз нахожусь на этом масштабном мероприятии. Как всегда, я просто в таком восторге. Вы такие молодцы, я горжусь вами. В основную программу президентских состязаний входят творческие и теоретические конкурсы, а также соревнования в спортивном многоборье и эстафетном беге. Из 78 сельских команд тройка победителей в общекомандном зачете возглавила сельская класс-команда Томской области. На втором месте Республика Дагестан. Третьими стали участники из Иркутской области. Среди 76 городских классов команд вперед вышли три команды. Бронза у Новгородской области. Второе место завоевали представители Тульской области. Золотые медали у школьников из Ханты-Мансийска Российского автономного округа. Все классно, нам все нравится. Шок. Мы лучшие. Шок, просто шок. Это за творческий. Это за многоборье. За эстафету и общее. Это неповторимое ощущение. Мы бесконечно рады. Это просто не передать словами. Да. Для нас это путь к успеху, борьба. Это спорт, творчество, знание. Вся страна собралась в смене на эти три недели. Мальчишки и девчонки из разных уголков России стали не только соперниками, но и друзьями. Важнее всех побед, медалей и кубков могут быть только яркие воспоминания и верные друзья из разных городов. Финальным подарком для всех спортсменов президентских состязаний 2017 стало выступление участников проекта «Голос» и «Голос дети» Ильи Хвостова и Софьи Бравко.